Всем добрый вечер еще раз. Да, меня зовут Наталья Шин. Как я для записи еще раз повторюсь, я мастер Шанхай Озы, Кайр Лукейч, Кумбаты Партнер Лар, Менин Аптын Наталья Шин, Мен Шарон Роза Сынын, мастер. Это мой объем, словарный запас кыргызского языка. Да, я вот, у меня хорошие учителя. Я думаю, что в дальнейшем и кыргызский язык мы тоже освоим. Дорогие партнеры, я очень рада вас приветствовать на этом обучении. Лидер Жолу, путь лидера, который начинается у нас впервые, только эксклюзивно для Кыргызстана. Никогда мы такое обучение для определенной страны не проводили, мы в целом проводили для структуры Арман. Вот, в этот раз это обучение именно, поэтому это очень здорово, я вас поздравляю, что у вас есть такая уникальная возможность пройти обучение от топ-лидеров компании, спикеры, которые будут представлены в этом обучении, вы наверняка их знаете, да, это звездные мастера, наши Владимир и Мика Хигай, а также Стелла Хигай, наш замечательный звездный мастер, коуч международного уровня, вот, и топ-лидеры Кыргызстана, которых спикеры, с которыми вы познакомитесь в течение нашего обучения. Поэтому давайте поставим реакции и порадуемся в чате огонечками, насколько вы готовы обучаться, насколько вы рады, что на сегодняшний день у нас обучение будет представлено на двух языках. Да, это приветственное слово, поэтому оно идет на русском языке, ну, с переводом. В дальнейшем спикеры будут разделяться и одновременно будет проходить обучение на кыргызском и на русском языках. Так, спасибо большое. Каныкей, ну вы мне прям масло так на душу. Угу, вот Назира готова, супер, отлично, Дельфуза, здорово, Адинай, отлично. Знаете, когда я всегда говорю в своем обучении, что когда нужно работать, то есть обратная связь нужна, активно всегда нужно работать со спикерами. Почему? Потому что это обмен энергией. Обмен энергии, и ваши люди видят, что вы работаете, потому что это происходит на уровне, знаете, каком, это такой уровень энергетический, когда вы работаете, вот заметьте, как только мы начинаем работать, вся структура начинает подниматься, да, энергия идет. Вот здесь то же самое, здесь то же самое. Поэтому всегда, когда вы работаете в чате, если спикер просит, пожалуйста, проявляйте активность, это очень эффективно именно для ваших структур, да? Потому что они видят, наставник работает, наставник в активной форме, как говорится, соответственно, и мы тоже не должны отставать. Поэтому вам большое спасибо, те, кто поставили реакции. Почему важно обучаться? Здесь немного я расскажу о том, что на сегодняшний день, вот я, например, в компании 2,5 года. Я пришла в марте, 18 марта 2019 года в компанию. И тогда у нас не было вот такого курса, да, у нас было очень мало информации, и мы просто по крупиночкам собирали. Казахстан тогда был на предварительном старте, так же, как и Кыргызстан. Вот. И мы вот так вот потихонечку сами делали контент, по крупинкам все собирали и так далее. Поэтому это очень ценно, да, что наша структура имеет возможность помогать партнерам, предоставляя такого рода обучение, потому что знание – это, ну, знание, вы сами знаете, да, что это сила, это то, что дает нам видение. И на сегодняшний день за 2,5 года я не пропустила ни одно обучение. И если вы посмотрите по статистике наших именно партнеров, все лидерские позиции занимают люди, которые не пропускают ни одно обучение, ни один семинар. Более того, участвуют в них и становятся спикерами, не только слушателями. Поэтому важность обучения – это настолько неотъемлемый элемент роста вашего в бизнесе. Поэтому здесь большой знак внимания. И хочу сказать, что те, кто пришел на обучение осознанно, вы большие молодцы, потому что это первый шаг к тому, чтобы построить успешный бизнес в Атоме. А сейчас у меня к вам будет вопрос. Подскажите, пожалуйста, сколько вы по времени в Атоме находитесь? Сейчас мы посмотрим, какие у нас
партнеры, кто сколько, кто новичок, кто среднячок, кто старичок. Можете в чате написать время, допустим, там, 1 месяц, там, 2 недели, 10 месяцев ажар. Здорово, вот ажар сразу на лету схватывает. Так, Венера 10 месяцев, угу. Дельфуза 8 месяцев. Угу. Ребят, не стесняемся, пишем, пишем. 1,5 года, Айгуль, ага, 9 месяцев, Алтынай 2 года, 5-8 месяцев, 8, угу. Отлично, 2 года идем, угу. 9 месяцев, да-да, пишем, пишем, пишемся, здорово, здорово, 1,5 года, скоро 2 года, Айджамал, да, мы практически... Айджамал вместе, когда мы первый раз приезжали с семинаром, мы там познакомились с Айджамал и с супругом Айджамал, вот тогда только-только Айджамал пришла в компанию. Угу. 10, 6 месяцев, 10, 9, 8, 9, 2 месяца, 2 года. Отлично, друзья, спасибо большое вам за активность. И смотрите, что я хочу сказать, что обучение – это не просто знание, это целый процесс. Это целый процесс, который включает в себя не только получение знаний, но и дальнейшая их практика. И получается, вы это зацикленный такой цикличный процесс, когда вы получаете знания, пробуете себя, пробуете эти знания реализовать в практике, это обязательно, потому что знания без практики, они бесполезны, как и практика без знания, она неэффективна. Это очень важно, вот, поэтому здесь это нужно помнить, и всегда нужно обучаться, всегда нужно пробовать делать знания, которые вы получили, и снова обучаться. Поэтому здесь такой вот большой знак восклицательный, чтобы вы не пропускали ни одно обучение. Вот. Что у нас будет с вами в нашем обучении LeaderJobu? Сейчас это обучение мы запускаем специально для партнеров Кыргызстана, именно перед открытием Кыргызстана. Да? Мы знаем, что Кыргызстан, Казахстан и Кыргызстан открываются осенью, ну, скорее всего, осенью этого года. Поэтому мы должны подготовиться перед открытием и еще больше прокачаться и получить знания и использовать эти навыки. Наш курс LeaderJobu будет состоять, скорее всего, из 3 этапов. Первый этап – это августовское обучение, на которое допускаются все желающие партнеры, которые хотят получить обучение. Сегодня вы, пожалуйста, зафиксируйте количество людей, количество списков, и я думаю, что нужно будет чистить чат. Это касается всех спонсоров и админов чата и нашего обучения. Первый месяц в августе у нас будут занятия, ну, я думаю, как и в последующем, будут занятия понедельник, среда, пятница, 21:00 по времени Бишкека, по времени Алматы, 18:00 по времени Москвы. Сегодня вступительное начинающее слово, и далее в среду у нас будет выступать звездный мастер Стелла Хигай с очень важной темой, как правильно обучаться, поэтому поставьте себе напоминание до конца августа каждый понедельник, среду и пятницу присутствовать на всех обучениях. Спонсоры, пожалуйста, составьте себе таблицу, в которой вы будете отмечать посещаемость и выполнение домашних заданий нашими партнерами. Вот. Поэтому август у нас закончится 30 числом, в котором будет заключительное слово, вот, и, соответственно, будут определенные условия, по которым люди будут переходить или не переходить на второй курс. Дальше будет сентябрь, после сентября, ну, соответственно, второй этап будет в сентябре, и я думаю, что третий этап будет где-то с середины октября. Вот. Также очень важно выполнять домашние задания, посещать, опять же, все обучения. И хочу здесь большой знак внимания поставить, что будут у нас обязательно подарки. Кто любит подарки? Поставьте огонечки в чат. Сейчас посмотрим. Или, может быть, никто не любит. Сунхан плюсик поставила. Угу. Подарки. Кто хочет подарки получать? Давайте так.
Знаете, вселенная там сверху все видит, когда спрашивают, кто хочет. Надо всегда, всегда, вот, кто хочет подарки. Я хочу, кто хочет стать империал-мастером. Я хочу. Надо всегда это. Там все видят, вот так надо. Двумя руками, ногами. Угу. Гуль мира, столько ручек, здорово. Айгуль, дельфузы. И дарить, и получать. Это да, это очень важно. Поэтому на этом обучении мы будем дарить. Да, вы будете перенимать, это тоже обучение, вы будете принимать эту традицию и нести ее в свои структуры. Отлично, отлично. Вы большие молодцы. Поэтому сегодня мы с вами знакомимся, сегодня у нас вот такой вкратце обзор, что у нас предстоит, почему важно обучаться, да, здорово, молодцы, молодцы. Почему важно обучаться и что у нас ждет впереди. Если у вас какие-то вопросы касательно программы, касательно обучения и так далее, задавайте сейчас, мы можем с вами вопрос-ответ, небольшую, там, 15 минут выделить на это и поработать сейчас вот в этом направлении в чате. Больше. Я вот заметила, кто хочет, я думаю, что будет обязательно стараться, обязательно будет получать подарки. У нас всегда в Атоме так, что люди, кто хочет, кто добивается, всегда в выигрыше, в плюсе. И всегда говорят, я никогда раньше не получал, не выигрывал подарки. Здесь будет все по правилам, по-честному, кто будет выполнять домашние задания, кто будет посещать все занятия, соответственно, в конце мы будем смотреть на эти показатели и, да, обязательно будем вручать подарочки. Итак, друзья, если у вас какие-то вопросы, то я жду их в чате по теме нашего обучения. Угу. Да, вот. Здорово, кто написал. Угу. Друзья. Не стесняемся. Если кто-то хочет что-то сказать, то можете поднимать ручки. Ручки. Вот я вижу, так, Александра здесь. Спасибо за организацию обучения. Да, конечно, мы все в оргкомитете, поэтому это общая заслуга всех. И все партнеры молодцы, кто проинформировал своих. Знаете, как есть такая пословица, да, в сети. Если ты обучаешься сам, ты молодец, ты делаешь бизнес своему спонсору. Но если ты приходишь с командой на обучение, то ты делаешь свой бизнес. Поэтому мы делаем всегда выводы. Вот, и, естественно, приглашаем всех наших партнеров к обучению, потому что это обучение бесплатное. Это обучение от топ-лидеров, которые добились результата. Да, здесь уже понятно, что можно задавать любые вопросы. И лидеры, которые открыли не одну страну, у которых есть лидерские структуры в разных странах мира, уже даже можно так сказать, за 2,5 года работы, я думаю, что это отличные результаты. И сегодня мы специально, как я еще раз повторюсь, выделили обучение для наших партнеров, наших структур Арман, которые находятся в Кыргызстане, вот, и обучение будет также на 2 языках. Да, команда Кыргызстана крутая. Да, приглашайте обязательно всех партнеров. Обязательно прислушайтесь к этому призыву. Бриллиантовые мастера Александра и Александр Ким, которые также приедут в Бишкек. Кстати, пользуясь случаем, скажу, что 21 числа у нас состоится офлайн-семинар. Если сейчас никакие обстоятельства санитарной, эпидемиологической ситуации не изменятся, то 21 числа для Кыргызстана мы проводим в Бишкеке офлайн-семинар. Туда вы можете попасть через своих спонсоров, через своих мастеров продаж, вот, потому что количество людей будет ограничено в связи с пандемией. Вместимость зала также ограничена, поэтому записывайте заранее. Вот. Также люди, которые, я думаю, мы так сделаем еще, кто будет на обучение ходить, мы сейчас будем, вот я сейчас даже сделаю скрин, сделайте, пожалуйста, друзья, тоже себе скрины, и у этих людей будет, ну, привилегированное право попасть на семинар офлайн. Я думаю, что это будет по-честному. Кто пришел обучаться, тот, значит, обучается дальше. Так, сейчас я сфотографирую.
учимся использовать все ресурсы, которые у нас есть, потому что сейчас мы пришли именно с этим обучением, чтобы усилить наших партнеров, помочь вырасти нашим структурам, потому что до конца года у нас очень большие планы, ну и так далее, конечно. И считается вообще в маркетинге с осени до зимы это самое продуктивное время. Поэтому, чтобы мы это время с вами провели эффективно, соответственно, сейчас мы строим этот бизнес, это обучение для нас, для наших команд. Также кто 21-го? Ну-ка сейчас посмотрим, ребят. Кто 21-го числа? 21-го. Құрман кешіңіздер, мен ұрматты партнерлер, ұрматты Қырғызстан лидерлері. Барыңыздарға ұғылып көріліп жатау. Барыңыздарға ұғылып көріліп жатау. Сейчас біраз Наталияда шықпай қалды оқшайды, азыр қошылар қайрадан. Аға чейін сіздерменен мен Қырғызстандың ұшыл обучениені, ұшыл оқу системасын, ұшыл лидерлерменен біргелікте ойыштырушылардың қатарындамын. Не демекчибиз, бүгүн 9-август, биринчи сабагыбызды баштадык. Бүгүнкү сабак атайын ушул киришүү. Ушул сабактар боюнча бир аз толуктоолор айтылып кетмекчи болгон. Бул окуу башталат. Локул системасында сиздер айбай көп нерсе үйрөнөсүздөр. Алдыда болгон Атамидеги максаттарды, ушул бизнести жасоодогу видениеңиз, көрө билгичтигиңиз артат. Андан кийин ушул Атами компаниясында кандай иштөө методдору менен жана кандай алдыга жылуу лидерлик жанагы профессионалдуулукту үйрөнөсүз. Ошондуктан эмне демекчимин? Бул жерде салы группага азыр сурап атат, бул жердегине тартып алалы, андан кийин ушул адамдарды алтыралыдагы калган адамдарды Telegram группасынын бул элетели деп атат да. Ошондуктан урматтуу партнерлор, урматтуу лидерлер, сиздер аябай окуйм деген кишилериңиздин баардыгын бул жака кошконсуздар, группага кошконсуздар, аларды сөзсүз бул окуу системасына сөзсүз киргизишиңиздер керексиздер. Өзүңүздөр да калтырбай окусаңыздар, сөзсүз ийгилик жаратасыздар. Биринчи биз кантип бир жылдын ичинде аябай жакшы темпте көтөрүлдүк жана жакшы ийгиликтерди жараттык. Себеби дегенде биз окудук. Биз Владимир Хигай менен Мика Хигайдын окуу системасын билесиздер. Путь лидера 1, путь лидера 2, путь лидера 3 деп ошол 3 айга бөлүп туруп окуткан обучение, ошо окуу системасын өткөнбүз. Ошол окуу системасында калтырбай окугандар бүгүнкү күндө баардыгы мастер продаждан жогору. Ушул жерде калтырбай окуган Венера Жегүл жана менин лидерлерим бар. Алар дагы бриллиант мастер. Ошондой эле ошол сабактарды калтырбай окуп мен Шарон болдум. Себеби дегенде ошол жактан иштөө методдорун үйрөндүк. Эгерде жакшы кулак салып, жакшы кунт коюп жана тапшырмаларды так аткарып ушул окуу системасын пайдалансаңыздар, бул окуу системасы силерге чоң ийгилик алып келгенге мүмкүнчүлүк жаратып берет. Урматтуу партнерлор, мындайча айтканда бул окуу системасынан сиздер только ошондуктан келгиле мына урматтуу лидер бул жерде калдыңар, бир аз мотивация түшүп, бир аз зона комфортко кирип кеткен учурларыбыз болду. Ошондуктан өзүбүздү дагы мындай бир силкип алдыга чыгып максатыбызды көздөй барыш үчүн сөзсүз түрдө окуйлу, калтырбай окуйлу урматтуу лидерлер, мастер продаждар, урматтуу бриллианттар, бул окуу системасынан сиздер кийинки этапты багындырасыздар. Азыр спонсорубуз Наталья кайра эфирде. Анда Наталья сөз берели. Наташ, вам слово. Рахмат, Анжамал.
Я вообще поняла, что ты говоришь, представляешь, для меня этот новое открытие, оказывается, кыргызский язык понимаю. Я не только говорю 5 предложений на кыргызском языке. Здорово. Обязательно слушайте слова Джамал. Действительно, это не просто обучение, это обучение, взятое из практики, да, то есть это выжимка именно опыта, навыков, знаний, результата за 2,5 года взращивания большого количества мастеров шаронской розы, да, звездных мастеров, бриллиантовых мастеров и большое количество мастеров продаж. Поэтому это просто бесценные знания, основанные на практике, которые будут переданы действительно бесплатно именно партнерам нашей структуры Арман. И это очень ценно. Вот. Поэтому, друзья, пользуемся этим моментом. Первое, не пропускаем обучение Лидер Жолу онлайн, которое у нас сейчас проходит. Второе, я видела, что вы писали, кто приедет на обучение в Бишкек, обязательно посетите и сейчас уже подавайте списки своим мастерам, потому как места будут ограничены, я думаю, что мы при всем желании не сможем всех там принять, да, бескрайнее количество, поэтому кто раньше встал, того и тапки, есть такая пословица. Вот. И далее мы планируем лидерский выезд также для структур Кыргызстана и кто из Казахстана приедет, то есть приедут к вам на семинар мастера шаронской розы, это Александр Ким, ну, естественно, звездные мастера, Владимир Хигай и Мика Хигай, также я приеду, и приедут бриллиантовые мастера Александра и Александр Ким. Поэтому, и, естественно, топ-лидеры ваших структур в Кыргызстане будут также выступать, и я думаю, что это бесценный опыт и бесценное время, которое вы можете провести со своими лидерами, обменяться опытом, знаниями и просто энергией, просто познакомиться, пообщаться и выработать для себя определенную стратегию развития. Далее мы едем на Иссык-Куль с 23 числа, будут лидерский выезд, и подробности вы узнаете у своих мастеров продаж, я думаю, также мы скажем об этом на семинаре, но уже формируются группы, поэтому кто хочет попасть, там тоже ограниченное количество мест, потому что это бархатный сезон, и, соответственно, там определенное количество мест забронировано. Там планируется обучение, прокачка лидерская, соответственно, также мы планируем, есть такая идея организовать, значит, для тех, кто проходит онлайн обучение, кто придет офлайн на семинар из наших людей, кто проходит обучение, разыграть также там путевку на один день на данный лидерский выезд. Вот. Об этом, обо всем вы узнаете уже на семинаре, да, мы посмотрим, какое количество людей придет, с каким настроением, кто это и так далее, поэтому подумаем. Но обязательно всегда вы знаете, что мы все наши семинары не обходятся без подарков, вот. Но самое главное здесь не подарки, самое главное здесь знания и навыки, и энергия, которую вы получите от своих лидеров, спонсоров. Вот. Познакомитесь, как минимум, познакомитесь с ними поближе. Вот, поэтому здесь три этапа, о которых я сказала, будут проходить это обучение онлайн 3 месяца, потом приезд в Кыргызстан 21 числа, семинар офлайн и выезд на Иссык-Куль. Поэтому кто может посетить все эти мероприятия, обязательно воспользуйтесь этим моментом, потому что в следующий раз, мы не знаем, когда будет подобное мероприятие, всегда нужно здесь и сейчас, да, принимать решение. Что хочу сказать в заключение. Большая благодарность тем, кто пришел сегодня, кто записался и не просто сидит и слушает, но и планирует уже свои действия, потому как я говорила уже ранее, знания без действий, они бесполезны. Как и действия без знаний неэффективны. Я вам желаю применять полученные знания обязательно. Обязательно дальше самообразовываться, потому что самообучение – это основа. Нельзя, как говорит наш Владимир Хигай, звездный мастер, нельзя научить, но можно помочь научиться. Вот здесь мы для того, чтобы помочь научиться. Поэтому воспользуйтесь обязательно этим инструментом, этим курсом, который мы составили специально для вас. Вот. И я вам желаю применять сразу полученные знания на практике, не откладывать это в долгий ящик, потому что лучшего времени, чем сейчас, не будет никогда. Всем большое спасибо. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать в чат. Если нет, то мы будем с вами прощаться.
до среды, и в среду вас будет обучать звездный мастер Стелла Хигай, коуч международного уровня с темой «Как правильно обучаться». Да. Всем большое спасибо, друзья. Спасибо за обратную связь. Вы большие молодцы, что пришли обучаться, что работаете в чате. Это очень ценно. Вам спасибо. Всем большое спасибо. До новых встреч. И увидимся с вами в Бишкеке. Всем пока.